Всем привет, друзья! Это Павел Вайс и моя Женечка с нами сегодня. У нас сегодня очень крутой юнит. Купили мы его за $450. Он очень малюсенький, и вообще вещей там всего лишь там на полу немножко разбросано. Но вы поймете, когда я его открою, почему мы столько заплатили. Смотрите до конца, будет очень интересно. Но прежде чем мы начнем, подпишись на канал и кликни по колокольчику, чтобы он уведомлял вас о новых сериях. Все, погнали! Так, ребята, вот он юнит, 2179. Понеслась. Вау! Как думаешь, Жень? Круто? Кстати, вот тут молоток. Нам нужен, чтобы мы полки разбирали сегодня и завтра. Я думал об этом. Видела, кстати, тоже. Ребята, здесь одна электроника. И по фотографии мы увидели, что много нового. Камеры и те вещи, которые ставите у себя дома, и можно регулировать свет, музыку, все в одном юните. Воу, Nest. Новый Nest. Такой новый стоит... А я сейчас посмотрю на eBay и поставлю вверх, сколько он стоит. Понеслась дальше. Давай одну коробку возьмем. Давай вот эту. В одну абсолютно новый запакованный. Абсолютно новое все запакованное. Так что вот это у нас тоже что-то новое, что-то запакованное. О, блин. Смарт. Что? Что это? Vivint Smart Home Family. Покажи. Вот это да. Покажи. А как, подожди, какая модель? Сейчас я модель скажу, потому что мне надо по модели. Вот это класс. Посмотрите, новые какие-то вот эти... Ай, даже не знаю. Вот это именно управлять светом и всеми делами. Сейчас цена вверху появится. Ты уже рада? Я пару такими баксами юнит отобью уже, ребят. Это от другой коробки, наверное. Розетка. Вот здесь какие-то детали от этих вещей. Они тоже на eBay продаются. Держи. Сейчас я вам скажу. Это LTE модуль. Vivint. Точно. Это сейчас посмотрю. Да, сейчас посмотрю, сколько они стоят на eBay. Вот здесь что-то новое. PoE Power over Ethernet. Wi-Fi Bridge. Новый в коробке. По это написано. Wi-Fi Bridge. Сейчас мы вам скажем, сколько он стоит на интернете. Их два. Firefighter. Аудиодетектор. Сейчас посмотрим, сколько он стоит. Да там целый юнит таких маленьких вещей. Мы только одну коробку уже, наверное, отбили весь юнит. Я не знаю, что это такое, Жень. Еще один. Vivint Smart Home. Это doorbell. Это звонок с камерой, который как ring. Да, модель DBC-2S. Это wireless controller wave repair user module. Это значит, если Wi-Fi, интернет не достает в каком-то месте, вот эту штучку туда ставишь, это работает как мостик. Угу. 2 Gig Technologies написано. Switch. 2 Gig Take 345. Super Switch. Сейчас посмотрим, сколько он стоит. Вот давай вот в эту и складывать потихонечку. Классный юнит, ребята, классный. Даже я excited. Да блин, столько новья купили, блин, за копейки. $450, ребята, я думаю, вот эта одна коробка отбила. Весь юнит. Ну, если я ошибаюсь, вы сверху увидите. Вот этот монитор, интересно, сколько стоит. Ну, я уже показал, сколько он стоит. Вот. Вот, смотрите, начинай, я их сюда поставлю. Так, у нас здесь еще какие-то новые коробки. Ну, тут что-то болтается. Ага, ну, это всякие эти хардвар, ну, эти шурупчики. Это мы продавать. Хотя коробками можно продать. Это посмотрим. Берем следующую коробочку. Вот эту давайте возьмем. Здесь вот этот электронный замок, видишь, замок, он электронный, на дверь. Это у нас это такой был, да, там quick set. Паспорт, что ли, вводишь или просто отпечатать пальцем? Да, но он, подожди, вот, это не все здесь. Вот верхняя штучка, видишь, здесь код, вводится код. А, да-да-да-да. Так, дай-ка посмотрю. Quick set smart code 888-888. Посмотрим. Его просто хорошо запаковать. И он тоже новый. Так, Vivint камера. Вот она камера есть. Новая в коробке. Просто кто-то открыл посмотреть, что там. Да, ее просто открыли, Жень. Я вот надеюсь, что это все не просто его, как он продавал, и он просто возвращали люди, что не работало, и он это здесь оставлял. Может, это юнит, чтобы все возвраты сюда складывать, а потом отсылать. Надо будет, ну, ладно. Проверить, как HDP 450. Смотри, какая. Да, она коробка водой помученная, но... Backplate. Значит, только вот эта штука, которая, на которую она цепляется, нехорошая. А камера-то рабочая.
Backplate. Вот эта штука нерабочая. Да. Ну, можно ее как на запчасти продать. Smart Home звонок. Она, смотри, убитая. Ну, здесь не открыто. Или новая. Открыто? Нет, это открыто. Это то, что идет поверх вот этой. Но она целая. Ну, вот это, смотри, они открыли. Здесь даже эта штука. Так, походу, вот эта коробка вещей, которые... Ну, смотрите, с пакетиками даже. Вот твоя backplate. Смотри, еще вот эта штука. Угу. Vivint. Ну, мы проверим, кстати, их можно же протестировать, Жень. Ну, да. Мы протестируем. Вот еще одна, смотри. Камеры новые, там даже пленка не снималась с них. Да. Держи. Держи. Apollo. Это дым. Пожарные вот эти штуки. Пожарные детекторы. Apollo. Smoke Heat Alarm, да. Модель 51000. А это что такое? Ой. Что это было? Рукопоп. Это был. Это какой-то модем интересный. Здесь тоже Vivint. Здесь еще коробка есть с чем-то, с новыми причиндалами внутри. Доставай. Это все новое, смотри. Вот это вот новое. Давайте модель посмотрим. Модель у нас SM2-2W10. Так, здесь что-то на батарейках. Вот эти все эти детекторы. Ну, это точно не выглядит новым. Камера. Ничего не написал. Outdoor. Vivint. Супер. Две оставим, будем смотреть, какие животные к нам приходят. Супер-пупер. Вот, это он тут что-то уже разбирал, человек. На запчасти вот эту мы продадим. Давай сюда. Отдельно. Да, может быть, отдельную коробку на запчасти вещи. Так, вот это не... Нет, это... Ну, нету здесь никаких проводов, но... Она не разобранная. Мастер-контроль панель. Тоже Vivint. Посмотрим, сколько стоят такие. И протестируем. Если что, на запчасти. Вот еще один такой, Жень. Но они выглядят как новые. Еще один. Еще один. Или это новые, или это на запчасти. Мы проверим. Ну и вот, конечно, тут у нас есть камера. Модель ADC-V5201. IR Vivint тоже. И тут штука еще одна такая же. Закрывай эту штуку. Ой, а мы только начали. Ого, сколько здесь всего-то. Коробка пустая. Вот, посмотрите, сколько здесь, ребята, этих моделек. Я посмотрю, сколько они стоят. Master Control Panel Vivint. Тут у нас камеры. О! Сломанный такой этот. Ну, зарядка есть. Зарядка есть. Замечательно. Как раз у нас вот это что такое? А там пусто. Так, тут всякие болтики и очень много коробочек. Давайте посмотрим, что в коробочках. Очень много этих, Жень, схем. Да, человек занимался починкой этих вещей, этих всяких камер, security, ну, этот, безопасности системы. И здесь этих очень-очень много. Давай посмотрим, сколько, чтобы сразу умножить. Людям же интересно. Вот, смотри, вот эти вещи тоже могут пойти. Вот, тут какой-то 120 вольт трансформер. Таких у нас два. Пока что. Да. Очень много шурупчиков пригодятся. Ну... О, не все есть, но есть. Где у нас была коробка с инструментами, Жень? Инструментики, не буду считать, пригодятся. Господи ты, боже мой, я замучаюсь тут считать. Опять один монитор. Кстати, на eBay на запчасти они уходят. Здесь их, давайте просто скажем, 20 штук. 20 штук. Может, все-таки... Вот еще они.
походу вот эта коробка у нас будет с мусором. Там... Вот это? Да. Так, здесь у нас какие-то две коробки. Это новая, совершенно новая. Vivint Smart Home Family. У нас таких еще две, Жень. Ключ от чего-то. А, Vivint, ключ. От этой системы есть ключ, который закрывает дом автоматически, открывает дом автоматически. Класс. Как на машину. Я еще камеру нашла. Смотри, еще вот два вот таких юнита, совершенно не открытых, Жень, больших этих экранов. Я думаю, ребята, юнит хороший. Посмотрите, здесь, ну, я сказал, штук, давайте будем делать так, 50 здесь. Классно, eBay, да, по дешевке сделаем, будем продавать каждый день пачками. А может даже и этими, как вам, а? Навар. Вот эти мы тоже, да, посчитали. Вот Лере будет, да? Перебирает работу. Да, так, это пустая. Здесь камера была? Да. Вот, смотри. Камера Vivint Outdoor Camera Pro. Новая, совершенно новая. Ни разу не открытая. Новая. И посчитаем, сколько у нас их. Раз, два. Это другая. Это тоже другая. Здесь коробка покоцанная, но новая. Они списывают, большие компании списывают из-за коробки. Эти мы будем на 10% дешевле. И вот новая, и вот новая. Так, вот эти по 10%. Даже 20% дешевле, чем вот эти будем продавать. Так, таких у нас 3. Outdoor Smart Home Pro. А совершенно новых у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 таких. И HDP 450. 3 вот таких новых. Такие я, кстати, видел за почти за $200. Но сейчас посмотрим и скажем. А здесь у нас вот такая для интернета. PoE, Power Over Ethernet, Wi-Fi Bridge. Как вы думаете, ребят, $450 было правильно инвестиция в этот юнит или не очень? Вот ты что думаешь, Жень? Я думаю правильно, хотя я сомневалась. Да тут, да, побит, ну как бы не побитых, по намоченных много вещей, да, но новых сколько? Новых, да, если мы все намоченное выкинем просто. Так, вот здесь какие-то коробки, Жень. Так, это у нас GD-OOZ. Z-Wave Garage Door Controller. Он не новый, будем продавать как использованный. У нас таких получается 2. Кстати, на eBay можно продавать untested, типа не проверяли. Берете на свой страх и риск, подешевле. Но мы сейчас скажем, сколько они стоят. Так, здесь пошло навьё. D-Link Wi-Fi Range Extender. Это опять же, если интернет не доходит, да, до какого-то раз, места в доме, там... Два, три, четыре. Таких у нас 5 новых в пакетиках. 5. RE Solution Next Generation of Translators. Так, RE508X модем. Так, здесь у нас RE524X Alula модем. А вот здесь... Да, вот этот помоченный немножко. Можно продавать как untested по дешевке. Так, здесь что у нас? Опять же, RE Solution. Опять вот эти интернет-модемы. Здесь у нас их 4 штуки. Модель RE224GT. 4 таких. Ну, а эти у нас розетки. Нафига их? Их можно не считать, мы бросим в уголок. Так, тут все понятно. Ну, здесь у нас бинчики с коробочкой. Походу, это, Женя, мусор здесь. Ну что, на самое главное налетаем на полки. Да. Делают security систему в дом, они ставят вот такую табличку в траву перед домом, чтобы все как бы знали то, что дом охраняют. Да. Так, Жень, мне нужна какая-то коробка. А давайте вот эти легкие начнем. В пакете обтянуты, никогда не были открыты. Новые Linksys AC1200. Какие у нас уходили? Не такие точно, но у нас были такие. Так, совершенно новых в коробках и в пакетиках у нас 3. И один открытый, использованный, скорее всего, вернутый. Опять же, можно продавать как нетестированный за там, в 2 раза дешевле. Все, свободно. Как птица в полете. Так, Vivint Smart Home у нас. Есть еще один. Тоже как использованный можно продать. Какие-то тоже, наверное, схемки, дискетки. Сейчас посмотрим. Да. Это на eBay продается. Кто чинит свою систему или кто этим занимается, они могут у нас их купить. О, блин, вот это тяжеленький, Жень.
Да, открытый какой-то, но, блин, кажется новый. Или его чинили. Опять же, продадим как нетестированный, чтобы не вернули. Когда говорите нетестированный, так что, типа, мы ничего не знаем, берите на свой страх и риск, но платите намного меньше. Так, тут коробка просто помученная, которую я домучил. Но запаковано хорошо. Что у нас здесь? Неиспользованная, походу. Опять же, будем продавать как нетестированный продукт. Люди покупают в надежде за копейки получить систему. К примеру, если вот этот монитор стоит $200, а мы его будем продавать за 80, люди возьмут. Угу. Новые дискетки, ну как, что-то электронное, ребят, я не электрик, я не знаю. Подожди, модель. Это у нас Altronics 5. Вот таких UB1640W-L6 у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Просто коробка помята, а так они новые, посмотрите. Видите, все здесь новое. Вот на 7, 8, 9, в 2 раза 10, ну или на 60%. Короче, 10, 11. Считаем, сколько 11. Давайте посмотрим, что здесь. Во, Smart Home у нас новые, совсем никогда не открытые. Vivint Element Smart Home Thermostat. 1, 2. Два таких. Vivint Car Guard. Таких 2. Ну да. Так, здесь что-то тяжеленькое. Одной нет. Я не знаю, но здесь... Написано Firmware Smart Home. Vivint Smart Home. Это сенсоры, которые ставятся в угол. Точно. Они детектуют движение. Точно. Батарея. Вон еще одна. Weida HX12-4. Давай вот сюда. У меня голова кружится от такого. А здесь тоже смотрел, что вот здесь? Нет еще. Vivint S-Key 1. Ключ новый. Одна штука. RE Solution Flat Temp Home Disaster Sensor. Сенсор. Ну, это у нас от пожара. Детектор. Да, таких у нас 1, 2, 3, 4, 5. Таких у нас 5. О, здесь что-то. Nest. Был. Был? Был. Ну, он и есть тут, походу. Да. Да, есть. Но почему-то он открытый, значит, будем продавать. Там болтики к нему положили. Будем продавать как, ну, open box, да, который мы, типа, мы не знаем, что с ним не так, покупайте как хотите, ну, вы поняли. Ой, сколько вот таких этих тоже, которые мы уже называли. Ну, это дискетки, я их отдельно положу в другую коробку. Вот, QuickSet. Замок. Электронный замок. Как использованный, можно продать, в принципе. Вот они, смотри, какие убитые, Жень. Просто коробку поменять. Просто, да. Коробки помочились. Где-то у кого-то на складе был потоп. Товар новый, коробки убитые, видите? Мы просто коробки поменяем. Таких у нас 3, Жень. Надо говорить, коробки мокрые. А я как сказал? Помочились. Помочились на коробке. Природа. Давайте полки немножко отложим, посмотрим, что здесь в бине. Ага. Здесь у нас очень много камер. Я не думаю, что они поломаны, просто кто-то снял их. Мы будем как использованные их продавать. 1, 2, считай. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 камер. Вот, давай вот это вот как раз. Все сюда. Что, вот это? Вон там. Да, 18 камер. А, надо камеру-то модель сделать. Модель номер VS-HDP-450. А, эти дорогие которые. Просто без упаковки будем продавать как использованные. 18 камер. А можно оставить посмотреть, если кто-то у нас дома бегает? Можно, попробуем. Какие животные? Угу. Так, давайте вот этим займемся, ребят. Если оно в пакете, оно не должно, да, фладнуться? Нет. Давай посмотрим, если пакеты открытые. Нет, пакеты запечатанные, так что пофиг на коробки. Продаем как новые, Жень. Это, скорее всего, магазин затопило при шторме или большом дожде. 9. Прорвало, и они списали весь этот 10. Товар. Да, а я буду продавать как новые, потому что они в пакете запечатанные, Жень, и совершенно не тронутые водой. Нет, там пакет специально запечатанный. Сколько, 11? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33. Еще таких 33, Жень. Ну вот эти, смотри, Женька, не запечатанные. Они могли, конечно, там коррозион покрыться, да? У нас таких много. На. Не выкидывай пока, ну так. Вот это в пакете. У нас несколько их. Так, вот это у нас VS-LMP500-120. Вот они, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 таких у нас. О! Это новый, совершенно нетронутый.
2 гиг тире под 1 тире 3 4 5. А вот такой он выглядит, когда он открытый. Этот как использованный, а это как новый продаваем. Продаваем. О, еще одна, это новая. Сколько у нас? Паша. А. Вот это здесь обычно вешают на шею старым людям. И вот эта штучка присоединяется ко всей этой замечательной системе. И если старичок упал и не может встать, он нажимает вот эту кнопочку. Я понял, да. И сразу 911 вызывается, и по всему дому там и камеры, и паник 2345, ID 2AAASPB01. Ну, болтики мы, конечно, ребят, не будем с вами оценивать. Да, полки пойдут у нас в этот, в шап. Ребята, и вот он итог. Обожаю такие юниты, смотрите. Пустой контейнер, одна тележка, вторая тележка, Женечка, и всего лишь один мешок с мусором. Там в основном коробки. То есть все забрали сразу. И, ребята, мы даже не рентовали трак. Нам даже трак не понадобится. Сейчас все в Infiniti залетит со свистом. И домой на траке сэкономили $120 минимум. А иногда и 150, а иногда и 200. Короче, супер, обожаю юнит. Ребята, очень много вещей продалось за то время, пока я монтировал видео и решил вам показать, чтобы вы как бы увидели, что это все реально. Все цены, которые мы называем, они все-таки реальные. Вот наш eBay аккаунт. Женя здесь написано. Переходим на наши selling, переходим на all orders, это то, что мы продали за последнее время. Смотрите, вот первый V-Wind, который термостат, ушел за $100 здесь. С этого же юнита у нас ушел еще один термостат за $50, ну плюс пересылка. Потом опять у нас такой же термостат ушел, они вообще сразу улетели тоже за $50. Две камеры улетели за $300, это уже проданные вещи. Вот видите, вот это покупатель. Вот эти две камеры использованные мы продали за $300, плюс $50 пересылка вышла. Потом еще одна панелька, чтобы выключать систему безопасности, продалась за $16, плюс пересылка. И вот другая модель V-Wind. Камера продалась, использованная продалась за $80, плюс пересылка. Потом пожародетектор Apollo продался за $40, плюс пересылка. И вот все. Если это все прибавить, то мы отбили этот юнит и заработали примерно уже столько же почти. Просто очень многие спрашивают у нас, чтобы мы показали, что и за сколько мы продаем. И вот я решил вам сделать такую маленькую экскурсию, что мы продали за 2 дня после находки этого контейнера, после разбора этого контейнера. Всем спасибо, поехали дальше. Ну вот, ребята, мы и закончили этот юнит. Я думаю, юнит очень прибыльный. Вы сверху, наверное, видите сейчас, сколько навар у нас с этого юнита. Я очень доволен, очень много новых классных вещей. Мы это все быстро продадим, электроника на eBay просто улетает. Камеры установим на улице. Камеры установим около нашего шапа. Вам, ребята, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте подписываться на канал и кликать на колокольчик. Давайте наберем на этом видео 10 тысяч лайков, если это возможно. И тогда я беру очень дорогой контейнер, обещаю. Все, всем спасибо, ты береги себя, бай-бай.